Промчалось лето красное, любимое и вольное. Настало время классное, веселое и школьное. Немножечко дождливое, прохладное и стужное, но все-таки счастливое и очень-очень дружное. Здравствуйте! Школа вновь собирает друзей. Веселых и озорных мальчишек и девчонок, добрых и чутких учителей, заботливых родителей и самых беспокойных в мире бабушек и дедушек. Школа наполняется детским смехом, пышными бантами, радостным волнением и яркими букетами цветов. Такие знакомые всем чудеса происходят, когда к нам в гости приходит 1 сентября, и вместе с ним в школу спешат новички-первоклассники. Вот и сегодня Пехлемейская гимназия принимает в свои ряды веселых, озорных, любопытных, непоседливых, талантливых и таких разных, и таких замечательных первоклассников. Знакомьтесь, 1 Д-класс со своей первой учительницей Забариной Еленой Владимировной. Дорогие первоклассники и уважаемые родители, обращается директор нашей Пехлемяйской гимназии Коновалов Вячеслав Владимирович.
Добрый день, уважаемые гости, уважаемые родители, дорогие коллеги, дорогие первоклассники. Я поздравляю вас с Днем Знаний, 1 сентября в вашей жизни. Впереди довольно долгий путь. Для кого-то 9 лет, для кого-то 12 лет. Но я думаю, что с помощью наших замечательных коллег, педагогов, этот путь для вас будет не таким сложным. За время, которое вы проведете в нашей школе, вы научитесь читать, писать, умножать, делить, получить очень много знаний и ответов на самые разные вопросы. Ну, например, почему небо голубое, или сколько костей в теле человека, или сколько времени понадобится солнечному лучу, чтобы долететь от солнца до земли, и много еще разных других вопросов. Но самым первым и значимым для вас учителем станет на первые 3 года ваша замечательная Лена Владимировна. Прошу вас. Уважаемые родители, поздравляю вас с 1 сентября, поскольку в жизни каждого ребенка этот момент случается один раз. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы сделали выбор в пользу нашей школы, и хочу заверить, что мы постараемся всем коллективам сделать так, чтобы вы ни разу не усомнились и не пожалели о вашем выборе. Я также хочу вам пожелать сил, здоровья, терпения, помощи и поддержки, которую хочу, чтобы вы оказывали не только своим замечательным детям, но и учителям. И если вдруг возникнут какие-то проблемные моменты, пожалуйста, не спешите делиться ими или искать советы в социальных сетях. Лучше подойдите к классному руководителю, или к завучу, или к директору. Я уверен, что мы всегда найдем решение любому конфликтному вопросу или какой-то проблеме. Мы, как школа, сами с удовольствием делимся новостями нашей школы в социальных сетях, но это, как правило, успехи, удачи, достижения наших детей, и я уверен, что очень скоро и достижения этих замечательных первоклашек мы тоже будем делиться. Ну как, ребята, за лето вы отдохнули? Готовы учиться? На 4-ки и 5-ки? Какие оценки? 3-4. Ну, тоже неплохо. Спасибо, самое главное. Сегодня у вас день торжественный, который бывает только раз в жизни. А он радостный и праздничный. А если это праздник, то значит, дарит подарки. А некоторые фирмы нашего города решили подарить вам, ребята, каждому по следующим подаркам. От торгового центра «Фама» каждый из вас получит, когда вы уйдете в свой класс после этой линейки, по то, что называется «Акупанк». Это аккумуляторное устройство, которое вы заряжаете сначала его, а потом, если вы едете куда-то в путешествие, заряжаете свой гаджет. Далее, центр «Фама» дарит вам шарик мороженого бесплатно в кафе «Полизьен», по-моему, это на 2-м этаже. А на 1-м этаже Bubble Joe дарит вам большой коктейль, тоже бесплатно. От центра Астри Планетарий дарит вам бесплатное посещение любого аттракциона. А детская комната в торговом центре Астри на 1 час дарит вам бесплатное посещение. Ну и еще один подарок, который тоже ожидает вас в классе, это торговый центр, точнее магазин «Север». Каждому из вас дарит по 1 литру мороженого. Это было поздравление от меня, директора школы, а с приветственным словом и поздравлениями также к вам хочет обратиться мэр нашего города, госпожа Катри Райк. Внимание на экран. Дорогие ученики, родители, учителя, директора школ. Head out, Коляст. Хорошего учебного года для всех. Сегодня 1 сентября. Это важный день,
Когда все мы собираемся в школах, видим старых друзей, делаем планы на весь год. Когда у меня есть возможность желать только одно желание, тогда это, чтобы идите всегда вперед. Не забудьте, что вы справитесь. Вы мудрые, вы самые мудрые, вы энерготяне. Сегодня идет и в школу первый класс, самые наши маленькие. Они начинают сейчас идти вверх по лестнице знания. Мы знаем, что первая ступень всегда самая сложная. Мы сомневаемся, мы не знаем, что впереди. Но я уверена, вы справитесь. У вас появляется сегодня новая мама или папа, ваша учительница или учитель. Она вам очень важный, хороший друг. Будьте с ней, пожалуйста, ласковыми и хорошими. И вам самые важные сегодняшние герои, наши герои, первоклассник, есть и маленький подарок от города Нарва. Мы подарим вам возможность с вашими новыми друзьями, одноклассниками идти в Нарвский музей. Я уверена, что там будет круто. Это хорошие учителя. Профессия учителя – это сложная, но это и интересная. Мы живем, время перемен, это вам повторяется каждый год. Я тоже вынуждена повторить. Я желаю вам самых хороших учеников и самых хороших директоров. Хорошего учебного года нам всем. Вот этот сертификат, который показала госпожа мэр, он тоже будет ожидать вас в классе, и вы тогда все вместе решите, пойдете ли вы в музей или на Нарвскую картинную галерею. Ну что ж, впереди учебный год. Я желаю вам удачи, так же, как и мэр, я не сомневаюсь в том, что вы со всеми справитесь. В добрый час! Дорогие ребята, сегодня у нас особый торжественный день. Вы становитесь членами большой дружной семьи с красивым именем Беклемяйская гимназия. И мы хотим рассказать вам, дорогие первоклассники, про нашу замечательную гимназию. С чего бы нам начать? Давайте я вам помогу. Я все-все про эту школу знаю. А ты кто такой? И как тебя зовут? Меня зовут Берклинг. Прошу любить и жаловать. Берклинг, потому что я живу в школе на улице Беклемяйская. Раньше здесь росла ореховая рощица. А потом на этом месте построили школу под номером 11. Как я сюда попал, я и сам не знаю. Сколько себя помню, всегда здесь жил. Школьные звонки, уроки и много-много детей, которых учат мудрые учителя. Вместе с детьми я учился считать, писать, читать, изучал и другие предметы. Ну, конечно, меня никто не замечал, а я всегда мечтал о том, чтобы меня заметили и подружились все эти мальчики и девочки. Коричневый костюмчик, зеленые листочки на шапочке, такие добрые любопытные глаза. И он круглый, прям как орешек. В переводе с эстонского «пякель» – орех. Ты, наверное, талисман нашей школы. И очень хороший, и добрый талисман. Ребята, а вы хотите подружиться с Пякликом? Кто хочет со мной подружиться, поднимите свои ручки и помашите мне вот так. Если вы и я друзья, отвечайте дружно «да». Мы будем дружить. Мы будем помогать друг другу. Мы будем доверять друг другу. Мы будем получать двойки. Мы будем получать пятерки. Да! Мы будем дружной командой. Да! Ребята, у вас хорошее настроение. Да! А теперь давайте я попробую угадать, чему вы так рады и почему у вас хорошее настроение. А если я угадаю, вы дружно и громко хлопаете в ладошки. Договорились? Да! Вы рады, потому что у вас красивый ранец.
Вы рады, потому что в вашем ранце много новых школьных вещей. Вы рады, потому что вы сегодня нарядные и красивые. Вы рады, потому что вам очень хочется учиться. Вы рады, потому что у вас сегодня праздник. Какие вы первоклассные. И все на моего дружка Бельчонка похожи. А вот и он. Привет, Бельчонок! Поздоровайся и с ребятами тоже. Все эти девочки и мальчики пришли на свой первый в жизни урок, потому что они очень-очень хотят учиться. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Так вы те самые девочки и мальчики, которые очень хотят учиться? Да! Я тоже очень-очень хочу учиться. И буду в школе только одни двоечки получать. Ой, Бельчонок, насмешил двоечки. Ребята, подскажите, не двоечки, а? Двоечки. Обещаю, не лениться, буду хорошо учиться. Вот, еще ранец с вечера собрал. Да, боюсь, дружище, в школе тебе это не пригодится. А что же пригодится? Давай ребят спросим. Ребята, поможете Бельчонку правильно собрать ранец? Да! Сейчас на экране будут появляться разные предметы. Если предмет нужен в школе, кричите дружно «да». Если предмет не нужен, кричите «нет». Договорились? Положим в ранец клеточку в тетрадку. Новую рогатку? Нет! Веник для уборки? Нет! Дневник для пятерки? Да! Азбуку в картинках? Да! Рваные ботинки? Нет! Карандаши, цветы? Да! Матрасы надувные? Нет! Ластик, да, и линейку? Клетки, канарейку? Нет! Альбом, чтоб рисовать? Да! Жвачку? Нет! Берем подушку, теплый плед? Нет! А может быть, улыбок свет? Да! Спасибо, ребята! Вот теперь, Бельчонок, я спокоен, ведь рядом с тобой будут учиться настоящие друзья. А сейчас, ребята, приглашаем вас все вместе потанцевать. Ребята-первоклассники, можете встать со скамеечек и танцевать вместе с нашими героями. Но грабить нас на вход не позволит это.
Счастливой вам дороги в чудесную страну знаний. Пока, ребята. До новых встреч. Что такое школа? Интересно, что думают об этом наши первоклассники? Давайте пригласим их на сцену дружными аплодисментами. Приглашаю первоклассников присоединиться к нам.
ожидает вас тайные загадки звездной планеты. Мы готовы вместе прямо сейчас путь отправиться даже вокруг света. Начните загадки, папа, сегодня первоклассники, ого! Зовет на урок, значит, кончилось шумное лето. Первый день сентября, всем на радость даря, каждый раз повторяется это. Почетное право дать первый звонок в новом учебном году предоставляется выпускнику 12 класса Алексею Гонюкову. И ученице 1 класса Александре Гвианидзе. Класс. Поздравляем всех с началом нового учебного года! Ура!